попробуем, не узнаем. И этот девиз как мантра в этой нашей компании. У нас каждое совещание с мастерами. И всегда кто-то из мастеров первый до меня говорит, из старых мастеров, не попробуем, не узнаем. И очень часто получается. Я открою еще один профессиональный секрет. Иногда лучше взять на разработку чего-то нового человека, который в принципе не умеет это делать, потому что у него нет понимания, что так нельзя. Человек, который всю жизнь чинил машины, дай ему починить какую-то сложную поломку, он привык уже к чему-то, да? Он говорит, ну так это не работает. Человек, который не знает, что так это не работает, он просто с дуру может взять это и починить. И это доказывает себя, оправдывает, этот подход оправдывает себя каждый день. Каждый день. Как говорил Владимир Ильич, если меня не изменяет память, это был именно он, кадры решают все. И все остальное решаем. Если ты можешь подобрать людей, которые в состоянии с тобой вместе или под твоим руководством пройти этот путь, всего можно добиться. Если ты комплексуешь и берешь людей глупее тебя, хуже тебя, трудно представить себе, что можно достичь феноменального успеха.